трудный самый. Чемпионат страны по блицу. Секретариат переехал поближе к народу. В блиц в этом году что-то порядка 600 человек участвует. Это больше, насколько я помню, чем в прошлом году. Но вообще, я думаю, что наступит времена, когда чемпионат по блицу, по рапиду будут иметь такой же вес, значимость, привлекательность, как и классические чемпионаты. Доброе утро! Уже в зале все? Да. Я с Лена! 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 Так, вот зал. И внизу, и на балконе. Чуть-чуть посвободнее стало. Потому что в рапиде было 800 человек. Ну, а я подойду сюда и попытаюсь где-нибудь. Доброе утро всем. Ее отметили в общем списке для классики.